громадськість дуже обурив той факт, що талановитий лікар, завідувач реанімації Олександр Панченко отримав догану за те, що писав інформацію на своїй власній сторінці Фейсбуці і навіть не вказував прізвища. Інформація по хворим. Як можете прокоментувати? Могу прокомментировать это, потому что это был первый случай, но просто это не были случаи ковида, и они, в общем-то, и не были контактными никто. Тут первый случай, который он, два там было случая, которых он взял, один был переведен у нас из кардиологии, и действительно там сердечно-сосудистая патология у человека. Есть при заболевании сердечно-сосудистой бывает застойное явление в легких часто, которые, в общем-то, они напоминают пневмонию. Вот. Поэтому тут было и письмо мэра, и вот этот первый случай получил большой резонанс в сети. Потому что нам пришлось извиняться и мэру, и мне пришлось извиняться перед родственниками. Город маленький. Я сама когда-то имела такую честь, просто сказала о случае, чтобы люди были заинтересованы, своевременно приходили, поступали. Мне потом приходилось извиняться перед родственниками, но я фамилии тоже не называла. Вот. Просто обратилась, говорю, чтобы люди были внимательней. Но город маленький, люди все знают, а тут был большой резонанс. Резонанс был, потому что знали, кто лежит в реанимации, приходили и соседи, и дочь, и сын. Сын вообще не тут живет, но соединялись с ним, объясняли, извинялись. А дочери, там было даже, что по ее работе обращался с работы человек, заболел, и даже она присылала нам фото в карточке этого человека, написали, что контактен с ней по ковиду, хотя там и близко не было ничего. То есть маленький город, нельзя таких вещей делать, это был большой резонанс. Большой, потому что город маленький. И плюс получилось даже и по сотрудникам. Некоторые сотрудники, тоже были неприятности. Одной из медсестер мужу было предложено уйти за свой счет, потому что твоя жена работает там контактно. То есть, понимаете, такие вещи так вот просто говорить от того, что вроде бы как где-то, этого нельзя. И был резонансный случай, было письмо от мэра, мы провели служебное расследование, мы это служебное расследование провели, есть акт, и то, что было выставлено просто вот так вот, что надо было представить, чего было. Знаете, у нас и врачи-реаниматологи, и другие врачи, все получают выговора, это очень часто бывает, никакой деятельности, ни к чему оно не приводит. Если говорить о каких-то премиях, у нас их года три уже нет вообще. У нас нет финансирования, мы премии никому не даем и не получаем никто. Человек работает, у нас все работают, у нас прекрасные все доктора. Никто Сашу не преследует абсолютно. Абсолютно. Было проведено расследование, работала не я, мне уже предоставляют как коревнику на подпись. Есть акт служебного расследования. И у нас доктора часто получают. Вы думаете, что не получают выговора? Просто никто это не афиширует. Но есть случаи, когда выносят выговора. И не только врачами, медсестрами, всяко бывает. Поэтому, это, в общем-то, скажем, наша информация своя, служебная информация. Поэтому у нас и каждый летальный случай разбирается. У нас есть КЭК, это комиссия, экспертная комиссия, летальные комиссии по всем новорожденным, и по всем это, и Малюкова смертность. Это все разбирается. И иногда по результатам этих комиссий где-то что-то сами друг друга анализируем, проводим какие-то эти. Иногда по этим КЭКам тоже выносятся выговоры. Просто не всегда это афишируется. Я думаю, что это не нужно афишировать никому. Это, в общем-то, свои факты. Надо было на комиссии общаться. Он поступил просто все, что... Я не могу читать, что у него на Фейсбуке, потому что он нас просто всех заблокировал. Потому что я не знаю, что там мой адрес пишется. Я не могу туда зайти, не могу не дать ответа, не прочитать. Это уже такое дело. Никто не преследует. Он был заведующим остался. Это чтобы человека там преследовали, не работает, там не что-то. Нет, абсолютно.